Вы смотрите новости 7 канала, наш телефон 2-900-333, и мы продолжаем выпуск. Пока экс-депутат Роман Гольдман в бегах, брата его жены приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Также 33-летнему родственнику назначили штраф 200 тысяч рублей за открытие на свое имя подставных фирм и счетов. Следователи доказали, что Никита Михеев был фиктивным руководителем компании, которой по факту управлял Гольдман. Таким образом, мужчины при помощи подставной конторы похитили более 1 миллиард рублей у пайщиков агровклада. Напомню, сам Роман Гольдман уже год скрывается за границей. Где он, точно неизвестно. Недавно начальник краевой полиции заявил, что экс-депутата уговаривают вернуться через его адвокатов, но тот не соглашается.